Здравия желаю, уважаемые подписчики, посетители сайта. Рад приветствовать вас на своем канале. Значит, сегодня мы разбираем зарядка батарей бестопливным методом, то есть не тратя энергии тока, самозапитом. Как она работает? Вот, значит, заправка 12,6 вольт, 1 ампер. То есть подобрана заправка 1 ампер. То есть заправка слабей, вот эта заправка слабей, чем вот эти 4 батарейки. 4 батарейки вставлены, видите, в кожух специальный, который я говорил. То есть не надо ни паять, ничего. Стоит он копейки. И идет заправка. Вот одно уже зарядил партию. Тут у меня их раз, два, три. А это светит, вот лампочку освещает. То есть заряжаю батареи. Вот я заряжаю. 12, как видите, 12 вольт. Если вам видно. То есть на полную. То есть это уже заряжено. Правда, батарейки еще пока полудохлые. Это я старые нашел сегодня. Ну вот это готово. Следующую берем. Так. Замеряем, какой сейчас, значит, на выходе у ней. На выходе. Так. Вот зараза. На выходе показывает 11 вольт, как видите. 10-11 вольт. То есть недозаряжено. Здесь 4 штуки по 3,7. То есть 12-13 вольт. Но это заряжаю максимум такой зарядкой до 12. Хотя написано 12,6, она до 13 заряжает. Но нам больше и не надо, в принципе. 4 по 3, 12 и там. Так. Соединяем на проводки, вот так, и пошла зарядка. Зарядка пошла, как видите, огонь горит, как будто зарядки нет. Проверяем на амперы. Видите, показывает 0. То есть расход 0. Проверяем на счетчике. Тоже, как видите, расход 0. Проверяем, идет ли туда напряжение. Вот уже 11,5, было 11, как вы видите. Вот уже прыгает. То есть между 11 и 12. То есть уже где-то 11,5. То есть заряд идет. Каким образом? Так как здесь только больше, отсюда пошло. Значит, дошло до сюда. А здесь только больше. Пошло назад. Здесь приостановилось. Когда, значит, когда здесь приостановилось, здесь где-то, значит, остыл провод, значит, уже пошло назад, сюда. А когда оно, вот это, которое назад, значит, тоже остыло, здесь отсюда новая порция. Ну, так как токи небольшие, 12 ватт где-то,
даже меньше, так нагрузка. Но мы это не видим, нас показывают везде ноль. Сейчас зарядим, если получится, попробуем вот эту систему отцепиться от сети. Не знаю, получится или нет со старыми. Если получится, значит, покажу сегодня. Если нет, будем ждать аккумуляторы. То есть вот это будем включать в инвертор. У меня есть инвертор от этих батареек. То есть система работает, как видите. Большое спасибо за внимание. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И, как говорится, враг будет разбит, и победа будет за нами. Всем большое спасибо.